Вручение паспорта – это знаменательное событие для юных жителей муниципалитета. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова поздравила шестерых ребят с получением своего самого главного документа. Это документ, который вот буквально так сегодня в одночасье, вот так вот быстро, даст вам возможность и право считать себя полноправным, взрослым человеком, гражданином Российской Федерации. Многие ребята признались, что с трепетом и волнением ждали этого момента. Я был очень рад и ждал вот этого момента, когда настанет этот день, когда я смогу прийти сюда и получить паспорт. Это очень тревожно, и все равно как бы это не останется без каких-то особых эмоций. Это, конечно, важный день для меня будет. Вот. И мне очень приятно, что я побывала в такой более торжественной атмосфере, нежели чем просто приехать и забрать его. То есть очень приятно, особенно вот подарочки такие. Родители пришли поддержать своих детей. Ведь для подростков это большое событие, и этот день они запомнят на всю жизнь. Как у любой мамы, не верится. Но вообще, конечно, я в шоке, потому что кажется, что только что ребенок родился, а вот он уже взрослый и со своим документом. Это волнительно. У нас планы на будущее такие, что стать врачом. Врач-дерматолог. Она пока что придерживается этих планов строго. И вот мы, у нас уклон на то, чтобы химия, вот предметы, очень важная химия, все, и мы пока идем в этом направлении. Для нас это очень важно. Получение главного документа гражданин Российской Федерации определяет не только права, но и возлагает обязанности. Елизавета Носова рассказала, что паспорт даст возможность устроиться на работу во время летних каникул. Сейчас у меня появилась возможность найти работу, чтобы там летом подзарабатывать. Стоит отметить, что торжественные вручения паспортов в муниципалитете проходят с 2019 года. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.